запущено новое зелье Старкнета, зелье робота! Эй! О, черт, Вероника, ты плюешь! Черт, вы только гляньте на это! Да видите, оно реально превратилось в робота! Все творим, бро, меня зовут Саркион из Ибро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде! Самый лучший боди на ютубе, ведь, бро, придет время, и Суприм Банда будет дать всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде, в самой сильной боди на ютубе, бандит! И также сегодня со мной видео снимает Вероника! Суприм Банды, сегодня у нас просто жесткое видео, потому что я купил новое зелье из Даркнета. Это совершенно новое зелье из Даркнета, зелье робота. Это реально жесть, оно такое мистическое. Тем не менее, Банда, в прошлом видео, когда мы снимали зелье русалки, я сказал, что если на это видео не будет 15 тысяч лайков, то я перестану снимать зелье. И вы, Банда, собрали эти 15 тысяч лайков всего лишь за день, что очень много, Банды, вы показали, что наша Суприм Банда самая сильная. И знаете что, Банда, давайте на это видео наберем 15 тысяч лайков, и я продолжаю снимать зелье из Даркнета. А я знаю, Банда, вы хотите увидеть зелье, и я хочу увидеть, что будет дальше с зельями. Но тем временем, Банда, лайки это хорошо, но мы реально купили зелье с Даркнета. Совершенно новое зелье робота. Вы просто посмотрите, какое же оно стрёмное, необычное. Я и подумать не мог, что такое зелье вообще может существовать, потому что как можно превратиться в робота? И меня это очень сильно заинтересовало. И вот именно поэтому либо я, либо Вероника сегодня выпьем это зелье с Даркнета и посмотрим, какими же роботами мы будем. Мне очень интересно, каким роботом я буду страшным, нормальным, красивым, хорошим. Это реально жесть, Банда, я и поверить не могу, что я держу это зелье. Но, Банда, как вы знаете, все зелья работают только в 3 часа ночи. Именно поэтому нам нужно дождаться 3 на ночь, чтобы только тогда выпить зелье. Потому что в любое другое время оно не будет работать. Так что, бандиты, ставьте лайк, а мы еще в 3:00, погнали! Да, Суприм Банда, вам не послышалось, я реально сегодня выпью это зелье робота. Либо я, либо Вероника. Я не хочу пить это зелье. Окей, тогда, возможно, только я выпью это зелье. И мне реально интересно, каким же роботом я буду. Окей, просто посмотрите, как же оно выглядит. Я раньше никогда такого не видел. На самом зелье куча этих болтиков, гаек, что сразу же ассоциируется с роботом. Окей, тем не менее, вы заметили, что зелье уже открыто. Если честно, его случайно открыла, я даже не хотел этого делать. Хотя я все еще его не пробовал и не нюхал. И именно сейчас на ваших глазах я впервые понюхаю это зелье. Окей, Банда, это просто... О, черт! Оно воняет, это просто жесть! Оно воняет таким вот ржавчиной, это реально жесть, Банда! Похоже, в этой воде реально варили какие-то болтики, еще ржавые, такие, черт! О, господи, это просто жесть! Вероника, не хочешь понюхать? Нет, спасибо! Окей, Банда, оно воняет ужасно, надеюсь, на вкус оно не такое ужасное! Окей, Суприм Банда, на ваших глазах сейчас его выпью! А, Вероника, принеси мне воды, чтобы я сразу же его запил! Хорошо! Окей, Банда, Вероника сейчас пойдет по воду, а я тем временем буду вам рассказывать об зелье. Окей, Банда, у меня есть одна идея, только тихо! Вероника 100% тоже захочет пить, а я возьму это зелье, подарю ее воду, чтобы она его выпила. Потому что, если честно, не очень горю желанием пить это зелье. Мне просто интересно увидеть эффект, а не само превратиться в робота. Итак, вот вода Вероника, которую она только пьет. Не знаю, почему она пьет только воду одной фирмы. Окей, а вот зелье, нужно сюда поднять это зелье. О, господи, Банда, хоть бы у нас все получилось, я реально очень сильно волнуюсь. Я лью это зелье в воду, просто посмотрите на это, Банда. О, да, я реально ливаю это зелье в воду. Окей, что ж, думаю, достаточно. Черт, она помутнела, Банда, хоть бы Вероника ничего не заметила. Черт, она уже идет, скорее закручиваем. Окей, Банда, он уже где-то здесь. Новая вода. Да, спасибо большое. Пожалуйста, не отправляй меня больше одну, мне было страшно. О, прости, хорошо, я понял все. Окей, что здесь вода, где теперь зелье? Что ж, Суприм Банда, теперь пришло время пить зелье из Даркнета. Эй, как вода? Странная какая-то. Она какая-то невкусная была, опять просрочку подсунули. О, да, тебе не повезло, второй раз уже такое. Окей, Суприм Банда, теперь пришла очередь пить зелье из Даркнета. Это просто жесть. В смысле? Что происходит, Вероника? Нет, только не падай, пожалуйста, что происходит? Что-то мне плохо. В смысле плохо? О, нет, Вероника, что с тобой? Что происходит, Вероника? Что ты чувствуешь? Скажи. В глазах мутнеет, голова кружится. Эй, Вероника, ты как? Нет, ты куда? О, черт, Банда, вы это видите, Вероника, капец, как плохо. Эй, о, черт, Вероника, ты плюешь. Что случилось? Господи, что это, Вероника, что происходит? О, что ты выплюла? Господи, Банда, посмотрите, ты плевала проводками. О, черт, она реально превращается в робота. О, господи, Банда, плевать этими проводками, это так ужасно. Черт, Вероника, давайте я помогу встать. О, господи, что? О, черт, нет, Вероника, стой. Нет, нет, Вероника. Черт, она забежала внутрь. Это просто жесть, Банда, Вероника, реально плохо. Она просто забежала в ванную. Эй, Вероника, пожалуйста, открой. Эй, о, черт, Банда, здесь открыто. Эй, Вероника. Господи, вы это видите, Банда? Там что, робот? Черт, эй, Вероника, это ты? Господи, Банда, посмотрите, это же робот! Черт, вы только гляньте на это! Вероника, это ты? О, здесь что-то есть.
О, господи, Бонда, здесь нужно 3 батарейки. Черт, Вероника, жди, я сейчас приду. О, господи, Бонда, это просто жесть. Вероника реально превратилась в робота. Это Селя точно к добру не доведет. Черт, это у меня были батарейки. А вот они. Окей, Бонда, у меня есть 3 батарейки, чтобы ставить Веронику. Вы просто видели, это она реально робот, Бонда, я такой сейчас в шоке. Просто гляньте на это. Окей, нужно ставить сюда эти батарейки. Так, 1. Бонда, последняя, 3 батарейки, и все. По идее, тогда Вероника должна жить. Что ж, я ставлю 3 батарейку. О, да, все. О, господи, все готово. О, черт, посмотрите, Бонда. 101 запустилась. О, господи, это просто жесть, Суприм Бонда. Вы это видите, она реально превратилась в робота. Это просто жесть, Суприм Бонда. О, господи, Бонда, просто посмотрите на это. Она реально превратилась в робота, Вероника, эй. Эй, Вероника, я здесь, ты меня видишь? Привет. Привет, Вероника, прости меня, пожалуйста, я не хотел тебе поднимать зелья. Это просто жесть, Суприм Бонда, вы это видите, Вероника реально превратилась в робота. Вероника, с твоего разрешения я могу рассмотреть твое тело? Конечно. Черт, просто гляньте, здесь какие-то штуки. Гляньте, у меня есть антенка, которая здесь примотана к голове. И что-то здесь, Бонда, это просто жесть. Гляньте, я вставил сюда 3 батарейки. Здесь даже какой-то есть чип. О, черт, она реально робот, Бонда. Эй, Вероника, я здесь. Вероника реально стала роботом. Вероника, прости меня, пожалуйста, что я подлил тебе зелье. Я не хотел этого делать. Хорошо, но это не точно. В смысле, это не точно? О, черт, Бонда, что происходит? Вероника как будто сходит с ума. Она тупо идет на меня. Вероника, пожалуйста, успокойся, это уже не смешно. Черт, Вероника, что с тобой? Окей, Бонда, кажется мне, что это все добром точно не кончится. Эй, Вероника, пожалуйста, успокойся. О, господи, Бонда, кажется, она хочет меня убить или что? Вероника, прости меня, пожалуйста. Эй, Вероника, успокойся, нет! О, господи, нет, Вероника, что с тобой? Черт, она как будто какая-то ненормальная. Вы это видите, Бонда? Вероника реально превратилась в робота. Видите, Бонда, что происходит? Она реально какая-то ненормальная. О, черт, Бонда, что делать? Даже если она меня захочет убить, это просто жесть. Она просто идет, гляньте. Просто посмотрите, теперь мы можем увидеть настоящее лицо Вероники, только без маски. Гляньте, она шевелит своими глазами. Этот робот реально живой. О, черт, это так страшно выглядит, Бонда, просто посмотрите. Она реально шевелит своими глазами. Окей, Бонда, мне есть найти, что если снять эту маску с Вероники. Эй, Вероника, ты что делаешь? О, господи, черт, меня припрёт от этого его голоса, черт, как будто лезвием по ушам. Окей, Бонда, я хочу снять себе эту маску, посмотреть, какое же там лицо. Окей, Бонда, я хочу снять маску с Вероники. Эй, робот Вероника, ты как там? Хорошо. Черт, я не могу снять, Бонда! А, что ты делаешь? Это просто жесть, нет! Нет, 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 пожалуйста, только не надо! Только не иди на меня, нет! О, господи, Бонда, Вероника реально превратилась в робота! Она стала просто какая-то невменяемая! Нет, Вероника, пожалуйста, стой на месте! Черт, нужно как-то убежать, Бонда, это реально жесть, я уже не знаю, что делать! Она просто идет на меня, вы только посмотрите! Похоже, Вероника ориентируется только на слух. Она такая страшная. Посмотрите, она реально живая. Самый настоящий живой робот. О, господи, это реально Вероника, Бонда. Черт, мне прям это не верится. Что происходит? О, черт. Господи, господи, пожалуйста, нет, только не сейчас, только не забей меня. О, господи, фух, пронесло, она ушла дальше. О, черт, блин, Бонда, на часах уже 3:33. Вероника все еще назад не превратилась, потому что нужно дождаться 4 утра. Эй, Вероника, пожалуйста, прости меня, что я напоил тебя зельем робота. Я не хотел этого делать. Нет, стой, пожалуйста, не подходи! О, господи, я тебя прошу, пожалуйста, стой там. Прости меня, пожалуйста. Хорошо. Серьезно, так вот просто ты меня прощаешь? О, господи, я поверить не могу, что ты меня так просто простила. Давай, 5. Черт, это как будто настоящий живой робот, Бонда. Может тебе чем-то помочь, не знаю, может что-то принести, что-то ты хочешь? Нет, спасибо. О, черт, это просто жесть, Бонда, самый настоящий живой робот. Ты еще моя знакомая, Вероника. А точнее, Бонда, моя девушка с Даркнета, которую я купил. Эй, Вероника, можно еще тебе немного посмотреть? Конечно. О, господи, Бонда, гляньте, я реально могу поднимать эти антенки. О, черт, что такое, Вероника? Почему ты меня отпихнула? Не нужно трогать. Ты же сама только что сказала, что нужно. Я понял. Бонда, антенна, это означает ее уровень. То есть, чем выше антенна, тем она страшнее. То есть, тем она крупее. Чем ниже антенна, тем она добрее. Нет, Вероника, что ты делаешь? Не подходи ко мне. О, господи, а черт, нет. О, черт, уже как-то... Нет, пожалуйста, Вероника, успокойся. Это уже не смешно, я понимаю. Ты робот, ну перестань. О, господи, Бонда, я в шоке, я не знаю, что делать. Вероника реально хочет меня убить или робота. Главным роботом, я захвачу человечество. О, черт, Бонда, вы слышите, что она говорит? Она хочет захватить человечество, это просто жесть, Бонда! О, господи, она подходит ко мне, нет, Вероника, стой там! Черт, пожалуйста, успокойся, Вероника, это уже не смешно! Черт, Бонда, нужно что-то сделать! Нужно на нее вылить зелье, тогда ее замкнет! О, черт, Бонда, она развернулась, нужно быстрее вылить! О, да, Бонда, есть!
Вы это видели, панда? Веронику просто замкнула. Кажется, Веронику реально замкнула, у меня уже не горят фонарики. Нужно быстрее вытянуть все батарейки. О, черт, это просто шесть суприм панда. Да все, хватит. О, черт, я реально только что убил Веронику. Получается, я убил робота Веронику. Вы в это верите, суприм панда? Это просто шесть. У меня не было другого выбора, она бы меня так убила. Эй, Вероника, я тут, ты меня видишь. О, черт! Что это? О, господи, нет, нет, Вероника, пожалуйста, успокойся! Это просто жесть, панда, наверное, хочет на меня напасть! А черт, панда, вы это видите? Нет! Ты гребаный робот, успокойся! Как так? Почему она работает без батареек? Почему она все еще живая? Она же должна была умереть! Я же знаю, ты меня любила тогда, когда я тебя покупал! Перестань, пожалуйста, это не смешно, Вероника, услышь меня! О, черт, это просто жесть! О, черт, суприбот, это просто жесть! Это случайно меня называют врагом! Нет, Вероника, успокойся! Вероника, пожалуйста, я же знаю, ты меня помнишь! Это я, Сережа, любовь твоя, прости, пожалуйста! Люблю. О, господи, она меня вспомнила. О, черт, Вероника, надеюсь, это не какой-то твой коварный план. Пожалуйста, успокойся. Я хочу тебя обнять. О, черт, что происходит? Надеюсь, это правда, панда. Окей, о, черт, зачем ты меня пихнула, Вероника? О, нет, панда, вы это видите, нет. Пожалуйста, Вероника, отстань от меня, черт. На меня просто напал робот. Вы это видите, панда, я не могу встать. Она капец какая тяжелая, о, черт. Я задавлю тебя и все человечество. О, господи, нет, Вероника, ты меня обманула. Ты меня не любишь, черт, пожалуйста, отстань. А нет, суприм панда, это просто жесть! Вероника, отстань! Какая же она тяжелая, не могу ее даже поднять, вы видите, это панда! Вот я и люблю тебя, я убью! О, черт, панда, вы это слышите? Этот робот на сурью помешан на своей власти, что хочет даже меня убить! О, господи, нет! А, черт! О, Вероника! Так если ты превратилась назад, это просто жесть, суприм панда, вы это видели? Ты была роботом! Прости, я подмешал тебе зелья! Прости меня, пожалуйста. О, черт, я так рад, что все наконец-то закончилось. Я рада. Да, это просто жесть. О, черт, Бон, это просто жесть. Это зелье, оно реально опасное. Эй, Вероника, ты хотя бы помнишь, что ты делала? Нет, я ничего не помню. В смысле, ты же меня хотела убить? Я бы тебя никогда не хотела убить. Но это было правда, я тебе потом покажу видео. Черт, Бон, это просто жесть. Может, никогда в жизни не хочу понять это зелье робота. Но, Бон, знаете, что мне все же интересно, каким роботом буду я. Именно поэтому давайте на это видео наберем 15 тысяч лайков. И я сам бы без зелья робота. Давай посмотрим, какой же из меня будет робот. Окей, суприм панда, вот комменты за прошлого видео. Господи, видите, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. Эй, просто знаешь, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего очень нужно это опуститься ниже. Нажми свой лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в моем новом видео. Лайк, колокольчик, комменты уже в моем новом видео, бандит. Эй, бро, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!